Планируем на малой высоте. Практически на бреющем полете. И бурно реагируем на всех интересующихся. Мол, куда ползете? Я точно знаю свой автопилот. Ну, это тема для отдельного рассказа. Но разве ж летчика поймет какая-то прохожая зараза? Да, мы сегодня малость не в себе. Так это же от внутренних конфликтов. Здесь была одна ступень, а хрен с ней. Добежал Борцов до лифта. Вот сволочи. Нагадили опять. Я оступился левой рукой. Теперь придется Розе объяснять, что это пахнет лифтом, а не мною. И носом мягко тыкаюсь в пупок. Я, конечно, какой-то невысокий. Я так сегодня Розе одену. А ты ж секретный мой аэродром подскока. Нет, не пришел я, прилетел. На крыльях, так сказать, любви и счастья. И удалить тихонечко присел, собраться с мыслями и малость дышаться. Так говоришь, на крыльях прилетел. Где ж левое орел в говно измазал? Позавчера соловушку и пел, что я и проститутка, и зараза, что ты с ней сроду не встречал, что от меня селедкою воняет. Теперь же не доносок, отвечай, who is? Сейчас я обоняю. Сам обосрался, сам обтекай. Ползи домой, тут будет недалеко. Пометьте условием на май, закрылся твой аэродром подскока.